Свет. Женский голос повторяет: внима, 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 внима. На сцене поверженный космический аппарат, сфера, в центре музыкальные инструменты, барабаны, гитары, они части тарелки, где-то что-то подмигивает. Задымленные зоны, космонавт в шлеме медленно поднимается посреди мусора. Звуки искрящих проводов. Космонавт, мы не понимаем, почему так получилось. Ходит по руинам, трогает вещи. Мы не понимаем, почему так. Мы не понимаем, почему мы так мне организмы. Внешняя сфера, щиты, 23% повреждения внутренней сферы, нарушение цепи спектрального привода, при движении невозможно. Мы не понимаем, почему так получилось. И 3 минуты для эфира. Если вы не почините систему цепи спектрального привода, вам нечем будет оплатить починку сфер. Мы не понимаем, почему это так произойдет. Это конец? Это конец? Да. Thank you.
Это конец? Венерианский привет. Многочисленным заявкам группа зверяток выступает для вас. Гриша. Гриша. Мне бабочки, залетевшие в комнату человеческой жизни, оставить почерк моей пыли по суровым окнам подписью узника на строгих стеклах рока, как скучные серы обои человеческой жизни. Окон прозрачные нет, я уж стер свое синее зарево, точек узоры, мою голубую бурю крыла, первую свежесть пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачные лепестки. Бьюсь я устало в окно человека, вечные числа стучатся оттуда призывом на родину. Число зовут к числам вернуться. И пока мы находились в космическом пространстве, я думал о той, которая меня ждет на планете, о моей лисичке,
И я знаю, когда я вернусь и увижу ее, а я вернусь, когда у нее будет день рождения. И я скажу ей, давай с тобой мы полетаем, давай с тобой мы помечтаем, давай построим с тобой ракету и стулья и полетим на Луну. А на Луне мы с тобой загадаем желание, тайный пароль мы узнаем, когда и откуда с тобой мы отправимся в путь. Возможно, полет наш будет нелегкий, и, возможно, он будет даже недолгий. Возможно, придется в другую галактику нам резко свернуть. И что нас там ждет, я даже не знаю, не думаю и не предполагаю, какие с тобой нас там опасности ждут. Я не понимаю,
рублей с целых 4 жена превосходно заточена. О, простите меня, я был тебе не я траву. Не трава! Простите меня. Не трава! Ладно, но... Прошу вас, запомните нас навсегда. Сильные, не страшны, но ужасно. Спасибо. У вас нет ничего? Нет. А как же вы живете? Так, тогда находите меня в том поход, когда вы стараетесь. Начну руку, руки. Ну, я состою выбор для вас. Спасибо. Но, так, почему вы не занялись заранее? Так, вы не подготовлены. Вообще-то мы не знали, что вы будете. Наверное, все равно вы не подготовлены. Спасет ее пути. Как кто-то сказал, с планетой копье.
послушай. Добрый вечер, конечно же, космической ночи. Доброй космической ночи вам, организмы. И сегодня у нас великолепная программа «Гон». «Гон» — это просто «Гон». Итак, сегодняшний наш участок. Крысы, бесикрысы, с планеты Уртан-Буй и зверятки-зверятки из Дирижабля Феникс, чем они порадуют своих многочисленных поклонников. Послушаем. Поехали! Дни, часы, минуточки, космические промежуточки, галактики, планеточки и звезды сквозь очки. Космические деточки, отпущенные из клеточки на новую планеточку, подкиньте пяточки. Гравитация, левитация, информация. Микросхемы, лампочки, космические тапочки и капсулы, молекулы, орбиты, Млечный Путь. Мечтают на ночь мальчики, что солнечные зайчики их девочкам на землю привет передадут. Гравитация, левитация, изоляция. Парсеки, параллелечки, анабиоз и семечки в рассаде вдруг зашли. Пока мы в нашей спячечке, вот право не задачечка, мы к новой гиперкачечке опасно подошли. Гравитация, левитация, адаптация. Трансформация. Окей, ну я. Гравитация. Thank you.
Зафиксировано попадание в гравитационное поле массивного объекта. Сверхмассивного объекта. Нам осталось 4 минуты до падения. Бледнализма. Мы не понимаем, почему так получилось. Давай, какие аккорды? АМ, ЕМ. Какая песня? Астероид. Астероид прилетит. Ты можешь аплодировать? Посмотри, что мы сгорим. Говорили все никакти, редактили пока. Погнали? Да. Говорили все никакти, редактили пока. Он не дарил потом. Резкий голос повторяет.
Да я не тебе говорю. Я говорю цветку. Крылатым
так скучны и серы.